Всем привет! Сегодня купили так новые покупки для новой кухни, вот такие обновки. Купили вот такие тарелочки, стекло. Такие стеклянные купили, здесь две штуки. Стеклянную взяли. Сюда поставим. Потом такой поднос для кухни. Подносик где-то маленький. Вон пластиковый. Пол здесь нарисован. Такой маленький пластик. Потом взяли вот такой блендер. Блендер здесь Beko. Такой черный. Ну, вот это чайник. Электрический чайник взяли. Тоже фирма Beko взяли. Вот так. Сейчас открою, покажу все. Вот это. И чистящее средство взяли для кухни. Таблик там. Мы всегда так берем. Таблик такие. Нехорошие бывают средства. Вот такое средство взяли. Все для кухни. Столешницу так все здесь. Убивать. Сейчас вам покажу. Вот такая. И для мытья посуды. Тоже фаберлик вот такой. Уголь древесины. Это все уберем. Сейчас распакую. Сейчас распакую, покажу. Это чайник. Он Beko. Вот такие. Это блендер. Ну да, все можно там приготовить в нем. Сейчас их раскрою. Сам нужен мне. Как смотришь. Такой. Сейчас его откроем. Здесь запечатан. Сейчас его вытащу. Вот все. Ну хорошо запакован. Вот это поставка. Да. Сейчас его вытащим, поставлю. Обновляем кухню, все новые. Были старые чайники, все. Мы их убрали уже со старого чайника. Вот такая поставка. Поставка, сейчас самый чайник. Больше здесь ничего нет. Это самый чайник. Коробка. Убьем. Так, это тоже убивать. Тоже убьем. Вот, это самый чайник Beko. Такой черный. Вот. Сам он, мотел у него пластик. Здесь вот там. Здесь автоматическое самовыключение. Здесь вот кнопка. Здесь вот. Вот так. Вот и вот так. Сейчас мы поставим сюда. Чайник вот здесь будет стоять у нас. Так, сейчас мы поставим. Все вот так.
поставлю на посуду его. Поставку посуды. Вот здесь он будет стоять. Так, здесь его поставим. Где-то это выбрасывает. Так, это мака блендер. Блендер. Такой. Тоже черного цвета. Здесь все под цвет делаем. У нас в холодильнике тоже черного цвета. Так, что? Его самой. Сейчас. Вот. Это самой головка его. Ну, он тяжелый. Такой нелегкий, такой тяжелый. Блин, дос. Сейчас мы поставим все. Так, это у вас. Ничего. Так, это его. Это мешалка его. Это мешалка. Стакан. Но. Поддон у него резиновый. Здесь что? Инструкция здесь. Вот здесь такие две инструкции. Надо на русском, а где на турецком. Это на русском. Инструкция. Все, здесь больше ничего нет. Так, это тоже поставим на пол. Тоже на пол. Вот сам такой. Блин. Сейчас мы его спокойно тоже. Тоже все. Ты вон. Ножка. Мешалка это. Тоже он. Мака Бико. Да, тоже вот. Это стакан. Снова стакан. Вот. Взял как там комплект чайник черный и еще комплект. То, что потом скажу, что не будет где есть. Он резиновый. Резиновый такой. Вот. Вот его стаканчик. Музей до 700 миллиметров. Оказывается. Вот такой стаканчик. Вот все. Отделал его. Вот. Здесь такие кнопки. Вот уже отделал. Но он здесь свободно стоит, не падает. Что здесь он пошел у него? Но резиновый такой. Сейчас вот так поставил. Он стоит, тоже не падает. Вот так поставлю я. Вот такой комплект Бико. Это сейчас уберу. Вот такой получился комплект. Вот такой все черный, одинаковый, чтобы не. Мощный, он тяжелый такой. Все можно делать. Коктейли можно делать всякие. Размешивать даже супы. Можно размешивать с ним. Здесь вот так. Вот так вот может стать он. И вот так ровно даже стоит. Вот. Такие у нас как покупки. Обновки на кухню. Вот набрал воду. Вот здесь сейчас проверим, как работает. Сейчас набрал. Сейчас
Поставим чайник. Все. Поставили. Сейчас нажмем. Все. Он работает отлично. С подсветкой. Сейчас он должен закипеть. Поставим его. Ну, уже начал кипеть. Уже кипит. Еще сейчас отключится. Все, он вскипел. Такой у нас новый чайник. Вот все.